Великая страна. Радость, гордость, счастье. С Днем Победы всех! С праздником! Для нас это очень важный праздник. Он радостный, в то же время со слезами на глазах действительно, потому что мы помним, мы гордимся, мы чтим своих дедушек, бабушек. Наша бабушка отсюда 75 лет назад уходила на фронт, поэтому мы решили с дочерью вот проделать этот путь сегодня здесь. Хотя в прошлом году были в Москве и в Петербурге, но приехали к вам сюда. Огромное вам спасибо. Для меня большая честь брать. Дедушка вот этот вернулся инвалидом, а он пропал без вести. Так что так грустно. Вместе со всеми поучаствовать, чтобы, не дай бог, такое повторилось. У меня папа из войны пришел живой, но все время болел, был ранен, прострелена грудь, нога. Я не хочу, у меня дети, внуки, я сама еще хочу жить мило. Для меня это значит ощутить гордость своего дедушка. Я готов ему отдать всю благодарность. Вот. Первый раз. Первый раз участвуете? Да. Ну а вообще как относитесь вот к такой акции? Положительно. Это для хорошо для будущих поколений, да? Так, и для будущих, и для настоящих, для современных. Так, потому что почти в каждой семье так, есть погибшие на фронте. Очень мало кого это не коснулось. Коснулось всей страны, всего народа. И поэтому почтить память здесь, это очень важно.